Малазийская национальная авиакомпания Malaysia Airlines прекратила существование под старым именем. Перевозчик объявил о техническом банкротстве, сокращении штата на 30% и преобразовании в новую компанию, которая начнет коммерческую деятельность осенью. С марта у оператора новый гендиректор, бывший глава ирландского лоукостера Aer Lingus Кристоф Мюллер. Malaysia Airlines так и не оправилась от катастрофического 2014-го. В марте один ее лайнер бесследно исчез над Индийским океаном, а в июле другой, рейс MH17, был сбит под Донецком.